Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин. И жила-была его жена, Вера Сергеевна. Впрочем, почему жили, они и теперь живут. И наш сегодняшний рассказ есть рассказ про их жизнь. Он и она из торговой сети. Он даже что-то вроде заведующего, что ли? А она продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Аристархушка крепко пил. А, и пил собака изобретательно. Однажды в субботу вечером Аристарх назвал гостей. 5 человек. Обмывали автомобильные покрышки. 5 штук. Обратите внимание, лежат в коридоре. Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа. Обозлилась в конец и написала письмо прокурору. Уважаемый товарищ прокурор, в то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть еще отдельные элементы, которые хотят только есть и пить, и занимаются этим каждый день. Вы меня спросите, а на какие деньги? А я вам отвечу, они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слышать их пьяные голоса. Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а в это время в коридоре у нас лежат покрышки для «Волги» М-24. Откуда они? Так что я думаю, товарищ прокурор, при вашей помощи мой муж со своими друзьями поедет кое-куда за казенный счет. Я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли. Только понял мой муж Аристарх. Но он думает, что я пугаю, а я не пугаю. Всякое мое терпение лопнуло. Мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами. С уважением, В.С. Кузькина. Копия. Уважаемый товарищ прокурор, вот. Спекулятор. Что? Ничего. Ты это куда? Туда. Куда это туда? Куда это туда? Ударить хочешь? Ударь. Лишних 3 года получишь. Верочка. Верочка, сядь. Я умоляю тебя. Сядь. Давай сядем вместе.
Ну? Ну сядь! Сядь же ты, скотина ты! Да? Прости, вырвалась. Я умоляю тебя, сядь, голубый мой. Так от этого ничего не изменится. Сядь, сядь. Ну, села. Ну, что случилось? В чем дело? Мне надоела ваша пьяная самодеятельность. Я тебе больше не служанка. Ну, при чем тут служанка? Я не знаю, выпили, посмеялись, пошутили. Что, шутить нельзя? С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак в пудре. С кем? Мало ли с кем. В автобусе прислонился. В автобусе! Эту записку тоже в автобусе нашел. Аристарх Голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз и мирно-полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке? Это деловое письмо. Дай сюда. Да? Шиш, развратник, я тебе покажу, голубь. Это мужчина писал. Дура. Мой однокурсник. Однокурсник? А почему подпись Соня? Псевдоним. Псевдоним. Мы его на курсе так дразнили. Он любил много спать. Много спать? А почему твоя Соня? А вот... Плебейка. Ну а? Просто плебейка. Что я тебя должен утонченному стилю обучать? Допился. Если люди шутят, то шутят до конца. Если он подписался Соня, то он последовательно писал. Твоя, это значит твой. Твой, Соня, ну знаешь. Шутки. Врезать? Я врежу. Попробуй, так делят 8 дадут, а так 11. Да, ну чего ты взбесилась? Я вот тут все написала. И куда ты теперь? К прокурору. А сегодня выходной. А я в почтовый ящик брошу. Вера, я умоляю. Я спекулянт. Я спекулянт. Спекулянтище. Воруешь деньги. Воруешь. Государство. Я воруешь? Ворую. Что? Я ворую? Ты воруешь деньги. Я ворую. Воруешь деньги. Я ворую государство. А ну-ка снимай все с себя. Снимай все с тебя. Все, что на тебе, это куплено на ворованные деньги. Чего напялила? Чего подари напялила? Подари своими шмутками. Да, все, снимай. Голая прокурору пойду. Ты такая чумичка ты эдакая. Ух ты, плебейка. Плебейка ты эдакая. Эдакая. Чумичка. Семёныч, давай срочно ко мне. Слушай, иди ты знаешь куда? Слушай сюда. Моя швабра накатала на нас телегу. Я говорю, швабра. Швабра. Нет, жена моя. Да, и собралась к прокурору. Да. Ну, я... Стоп. Слушай, созвонись. Я говорю, созвонись со всеми. Давайте как-нибудь все вместе ее уговорим. Ну что, прощение попросим? Да нет, понимаешь, мне Сонька подлянку кинула. Записку в карман положила, а я не знал. Нет, это из-за Вальки, наверное. Да, давай. Паразитик ты.
Ты плебейка ты эдакая. Чумичка. Что за что? Породить эдакая. Чумичка. Ой, покрышки, покрышки, куда мне эти покрышки девать? Ах ты, чумичка. Все, все, сейчас мы. Во-первых, ты считаешь, что наше государство такое глупое? Но-но-но-но-но-но. Я там этого не писала и нечего. Мне тут... Сейчас я тебе прочту курс экономики. Курс? Да, чтобы ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что воруют. Ой. Больше того, какой-то процент, мне кажется, 15% государственного бюджета отводится специально под воровство. Ой, не надо! Ой! Не удивляйся, не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой энергичных людей. Но так как у нас равенство, то мне официально не могут зарплату платить в 3 раза больше, чем, например, ну вот этому вот вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Чем же мне возместить за мою инициативу, за мою энергию, чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть. Я умею работать. Какое мне за это вознаграждение? Никакого. Потому что все знают, что я украду. Вот. То есть, те деньги, которые, грубо говоря, я взял, это мои. Это мои премиальные. Это мне дают по негласному экономическому закону. А сколько тебе дадут по гласному закону? Дура! Ну, а? Извини, сорвалось. Вот сбило. На чем я остановился?
Так, негласному экономическому закону, потом дура, а вспомнил, вспомнил. Ты думаешь, меня посадят? Посадят, это значит, я должен канавы рыть. А у меня голова. Голова! И прокурор твой это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью. И моя голова здесь нужна, а не канавы рыть. Вот эти самые покрышки, вон они лежат, лежат. Ты можешь их пощупать, ты можешь их потрогать. Они есть, но их нет. Их нигде нет. Их еще не сделали на заводе, а они есть. 5 штук вон лежат друг на друге. Вот это и называется экономический феномен. Попробуй это вот сделать без специальной подготовки. Без головы. Да как только прокурор обнаружит эти покрышки, которых никто никогда не делал, он же сразу поймет, с кем он имеет дело, и ты останешься с носом. Конечно, тебя поблагодарят, наговорят тебе там разных слов. А мне, я так думаю, предложат повышение. Пошлют куда-нибудь. Не хватает умных людей. Где их набраться? Нету их. Ну что, кончил он там свой вузишко, ну с дипломом, а дальше что? Что дальше? Ну будет тянуть на 80%. Что я не знаю? Так что ты со своим заявлением-то поспешила, Верунчик, поспешила. У нас вчера была самодеятельность, да? Согласен, самодеятельность, но это от избытка чувств. Ты знаешь, расшалились. Разрядка. Двадцать. Ну, может же, там художник или артист какой-нибудь в бане, в бассейне ловить кильку и ей закусывать, а? Может, а мы журавлей изобразить не можем. Там все ясно, все понятно, а здесь ничего не ясно, не понятно. У нас самодеятельность, а у тебя с твоим заявлением, ты меня извини, это на уровне дворнички. Мне стыдно, что у меня жена такая... Ой, вот этого не надо было ей говорить. Дворничихи! Прекрасно. Что? А ну иди к своей Сонечке. Паразитка. А я пойду к прокурору. И не пудри мне мозги своей экономикой. Будешь канавы рыть, как миленький. Ты шалунишка. Энергичный. Там энергичный тоже требуется. И канавы надо рыть энергично. Эй, ты лохудра. Снимай все с себя. На. Снимай все. На, подави. Вот эту дубленку тоже на. Не шили на фабрике. На. Чего напялила? Дай сюда. На. Все, все, сапоги давай. Все на, с себя сапоги. Снимай. Твоего здесь ничего нет. Я тебе покажу. На. Я ей элементарно, подожди, элементарно покажу, хотел показать, что определенное... Осторожней! Определенное... Голубь, 38 на 36 одевает породить. Иди, элементарно понял. Хотел показать, будешь что определенная прослойка людей не должна миленький. Испытывать ни в чем никаких затруднений. Нет, это лохудра. Это лохудра предлагает мне канавы рыть. Канавы.